Короче, в чем смысл? Виктория пока не особо раскрытый персонаж, и в основном в мульте ее преподносят как такую мускулистую машину для убийств, которая сносит все на своем пути, завалит каждого, пробьет стену молотом и так далее. Но в некоторых кадрах и на некоторых сценах она преподносится более утонченной и, как мне кажется, более симпатичной. Особенно это касается дополнительных скетчиков, поэтому я все собрал в один ролик, чтобы сделать несколько минут более утонченной и женственной Виктории. Зачем? Приятного просмотра. Да. Свой мотоцикл, чтобы купить тебе их. Люблю тебя. Какая симпатичная ведьма. Можно пригласить вас на чашечку пива? Да. Бля, сейчас 3 утра, чем я занимаюсь?